Сегодня получаем новую технику. Эта техника к нам поступила благодаря реализации национальным проектам, которые были инициированы нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И новая техника – это всегда укрепление не только материально-технической базы, но и укрепление морального духа тех, кто этой техникой пользуется и для кого она предназначена. Я уверен, что данная техника поможет и комфортнее, безопаснее добираться нашим ребятишкам до места работы. Скорая медицинская помощь, машины, которые здесь представлены, будет своевременно и комфортно доставлять наших граждан и доезжать с бригадами скорой помощи для тех, кто нуждается в этой помощи. Лесотехническая техника и вся специальная техника будет, конечно, направлена для решения наших задач. Особенно я хотел обратить внимание на технику для МЧС. Здесь она представлена новыми современными машинами, моделями, которые, я думаю, будут эффективно, я уверен в этом, будут эффективно работать на территории нашего региона. We'll be right back.